Здравствуйте, уважаемые подписчики и подводники. Приехали мы в деревню Чубыково на верховье Уфимки. Сейчас попробуем здесь обследовать местность. Вот на таком катере мы будем кататься сегодня. Сейчас мы покажем нашего экскурсовода. Ну, это как обычно, мой бессменный напарник, башкирский аксакал, подводник, с которым мы ныряем вместе. А это проводник. Ренат, да, местный проводник, абориген. Он знает здесь все места. Уже местный. Да. Куда ты нас сегодня решил свозить? Сейчас в Айдос пойдем, посмотрите, что там. Что там, да? Да. Потом на глубине. В заводь хорошую одну. Угу. Это по вашему желанию. Да. Сейчас найдем что-нибудь. Вот мы трогаемся. Потихонечку сейчас завелись. Скажите свои ощущения. Аксакал. Ощущение, это когда с женщинами, а здесь планы на будущее. Ну да, золотые слова. Помедитировать надо, посмотреть, сейчас посмотреть, где рыба, какую там стрелять. Настраиваться надо на это, потому что если будешь настраиваться, будет чуйка развиваться. Это самое главное для охотника. Ну да, да. Чувства. Мы же охотники, мы должны чувство зверя, чувство рыбы. У тебя как твои чувства сегодня? На минималке или на максималке, что рыба здесь есть? На минималке. Пока не знаю. Пока в лодке, да? Да, я пока не чувствую ничего. Все хорошо. Тут ребята уже ведут. Мы в предвкушении этих новых мест. Очень интересно здесь. Конечно, рельеф, ландшафт, природа, свежий воздух. Такие дела. Скажи свой комментарий. Темно хули? Темно. Сейчас поедем дальше искать. Мы взяли немножечко, но в поисках трофейной рыбы мы еще продолжаем. Потому что сказали, если не убьем рыбу, месяц есть, блядь, говорят. Надо без рыбы не вылазить. Поэтому я бил всем подряд. We'll be right back.
Расскажи про вчерашний день. Вчера мы особо трофейных не взяли, килограмм полтора максималка, да, у нас была? Что не удалось у нас? Может тебе что же про ночь рассказать? История об этом умалчивает. Потому что ныряли ночью. Ну, что не удалось вчера? Все, что мы увидели, практически все взяли. Ну да, это да. Почему мы не нашли крупную рыбу? Здесь профессиональный подход был. Да. Первый, куда мы ездили, туда можно не ездить. Там рыбы уже вообще нет. Поэтому надо будем искать новые места. Будем пробовать, да? Да, конечно. Как бы места для нас новые. Нас привезли вчера ночью, особо ничего не успели увидеть. Сегодня постараемся справиться. Вот наш начинающий подводник, он тоже сегодня нырять будет. Чисто учиться по красоте. Такая красота здесь, природа.